Блин, я надеюсь, сейчас я выиграю. Давайте, ребят, ставим лайки. Офигеть, вы только посмотрите, какую армию я сделал, жесть. Всем привет, ребят, с вами Слит, и сейчас мы будем играть в игрушку Castle Arena. Это новая ИО игра, и это стратегия. Здесь мы будем защищать свой замок. А перед началом подписывайся на канал и ставь лайкосик. Если подпишешься прямо сейчас, то получишь 1000 рублей. Все подробности в группе ВКонтакте. Набираем 1000 лайков, и скоро будет новый видосик. Кстати, вот эти ребята попали в видео. В следующее видео попадут те, кто напишет больше всего комментариев. Удачи! Так, а перед началом давайте мы посмотрим, что это такое. Тут, смотрите, есть всякие вот персонажи, точнее, объекты, которые мы можем строить. Смотрите, видите, тут всякие разные. Давайте вначале посмотрим, что это за объекты. Тут, конечно, по-английски все написано, но здесь я разберусь. Значит, первое, это у нас получается лучники, то есть гильдия лучников. То есть мы вот эту штуку ставим, и оттуда выходят лучники. Хорошо. Это у нас не знаю что. Это, видимо, тут фермеры какие-то выходят. Это бараки, здесь воины. Здесь у нас какие-то пропеллеры. Я не знаю, что такое пропеллеры. Я надеюсь, что мы разберемся в игре уже. У меня, кстати, вот такая вот доска, то есть я выбрал стандартную доску, то есть можно как-то под себя подобрать всяких вот новеньких персонажей поставить, но, может быть, мы чуть позже этим займемся, может быть, и не сейчас. Так, давайте напишем свой ник и зайдем, поиграем вначале с ботом, потому что я думаю, что с живыми игроками будет сложнее играть. Так, у нас вот у нас поле, смотрите, карта такая целая. А, где я нахожусь? Я вот он, я вот слева, видите, вот мой замок. То есть мы его должны защищать. И у меня поставлены здесь две башни, как и у врага. То есть они, получается, могут... Да, они могут атаковать, видите? Давайте что-нибудь построим, А вот у меня, кстати, тут золото, видите, идет. То есть какое-то время проходит, и золото идет. Давайте побыстрее построим гильдию лучников. Ну-ка, ну-ка. Как ее выбрать-то? А, на двоечку, наверное, да? Да, на двоечку, ребят. Вот, все, выбираем, сюда ставим и нажимаем. А, и давайте выберем область, где они будут появляться, где-нибудь поближе, вот здесь вот. Окей, все. И давайте вот на этой стороне тоже поставим гильдию лучников. Вот сюда вот сделаем этих лучников. Вот. Но видите, уже враг нападает. То есть, видите, он немножко побыстрее развился. Вот, и видите, он каких-то персонажей, каких-то воров присылает ко мне. Давайте мы еще сделаем гильдию магов. Почему бы и нет? Так, давайте мы его поставим вот сюда вот. Главное, чтобы место было. Нет ресурсов. Окей, ладненько. Давайте что-нибудь другое. Вич-хат. Это тренировка каких-то ведьм. Давайте ведьм побольше поставим тогда. Так, сюда и сюда. И куда-нибудь сюда вот. Выберем область, где они будут появляться. Значит, смотрите, мы можем здесь увеличивать, по-моему, наш доход. Здесь ресурсы, здесь время постройки, да, видимо, улучшение юнитов, атака, жизни, скорость атаки и дальность стрельбы или чего-то еще, дальность атаки. Давайте мы будем увеличивать наш доход. Мне кажется, это самое главное, что здесь нужно прокачивать, потому что доход и ресурсы, это, видимо, тут самое главное. Не, ну, конечно, желательно все качать, но... На все мне просто не хватит ресурсов и денег. Так, смотрите, мы тут можем, оказывается, еще как королей строить. Это самая последняя башенка, давайте попробуем. Ну-ка, ну-ка. Сейчас у меня короли тут будут выходить и всех терзать. Так, давайте еще вот здесь построим гильдию магов. И давайте будем побольше этих зданий строить, потому что у меня не нужно выращивать большую-большую армию. Уже потихонечку тоже ломать его башни. Видите, вот эта нижняя башенка у меня уже половину мы сломали. Кстати, не знаю, что это такое, вот посередине тут находится. Не знаю вообще, что это такое. Видимо, какие-то ресурсы даются, либо что-то еще. Скорее всего, это какие-то ресурсы. Так, давайте доход дальше качаем. Ресурсы прокачаем. И еще прокачаем. Вот, инженеров. Что, интересно, не могут? Они ремонтируют здание или что не могут? А, нет, они тоже в атаку идут. Странно, странно. Ну, еще давайте тогда снайперов. Снайпер здесь снайпера, здесь снайпера. И смотрите, у меня уже, по идее, уже потихонечку скоро... моя армия будет приближаться к башенкам. Да, вот они, видите, уже эту почти сломали башенку. Отлично, видите? Значит, давайте мы еще тогда прокачаем. Что мы можем еще прокачать? Давайте мы еще возьмем, например, вот ресурсики. Вот, и будем ставить много-много вот этих башенек. Давайте ведьм поставим, магов.
Блин, я надеюсь, сейчас я выиграю. Давайте, ребят, ставим лайки, и я сейчас по-любому выиграю этого бота. Конечно, с ботом легко играть, так что ваши лайки тут, конечно же, помогут. Просто очень-таки легко с ним играть, с этими ботами. Но, надеюсь, сейчас мы побыстрее с ним расправимся и уже пойдем играть с живыми игроками. Так, давайте мы здесь поставим гильдию лучников сюда. Все, у меня деньги закончились уже. Давайте еще одного инженера, и все, у меня получается денег уже больше нету. Да, денег уже больше нету. Давайте мы тогда еще сделаем доход какой-нибудь. По-моему, уже нельзя качать мне доход. Давайте ресурсики тогда сделаем. Побольше ресурсиков наберем сейчас. Вот, видите, сразу ресурсы сделали, и все уже можно снова поставить. Смотрите, у меня уже целый город. Целый город я построил слева у себя на базе. Ничего себе. Давайте побольше лучников построим. Все-таки они хорошо так атакуют. Вот, можно еще королей построить. Ну-ка, королей. Давайте, короли. Короли, королевичи, выходите. Вот, и еще можно построить магов. Отлично. В принципе, уже неплохая армия должна получиться. Эту башеньку мы почти уже снесли. Здесь у нас какой-то стул. Я не знаю, что это такое за стул такой образовался. Но вы в итоге в целом, смотрите. А, вот тут какая-то полоска, смотрите, еще идет. Это, видимо, какое-то время для того, чтобы появилась вот эта вот ваза или что это такое. В общем, она появляется и, по-моему, она дает ресурсы, если я не ошибаюсь. Но, может быть, я ошибаюсь. Так, ну, в целом, игрушка прикольная, ребят. Я первый раз вообще встречаю игру, стратегию. Стратегию. Это вообще просто шикарно, шикарно сделали. Так, ну давайте, продолжаем выращивать нашу армию. Кстати, бот, он тоже что-то пытается сделать, он тоже... Давайте мы тогда атаку прокачаем своих юнитов, потому что нужно уже нападать. Ну или хпшку давайте прокачаем. А, ничего себе, он, смотрите, внизу-то уже напал на меня, гад какой. Так, нужно давайте побыстрее здесь выращивать. Что это такое, что это за тотем? Не знаю, что это за тотем, но давайте мы продолжаем здесь все это выращивать. Магов всех мне сейчас нужно прокачивать. Срочно. Так, ну все, давайте еще тогда ресурсы возьмем. Отлично, ресурсы взяли, и сейчас мы еще построим тут всех. Давайте инженеров побольше, сюда инженеров. И снайперов еще давайте. Снайперов везде нужно тоже прокачивать. Так, больше нет ресурсов. Окей, давайте мы тогда подождем. Еще давайте сделаем лучников. Так, ну, блин, почти по чуть-чуть совсем осталось же этим башенькам. Давайте побыстрее. Блин, мне хочется уже побыстрее разгромить этого бота. Неужели так сложно это сделать? О, отлично, ребят, сверху башеньку мы уже полностью сломали. Все, смотрите, как у меня уже большая армия. Это просто прекрасно. У меня уже и ресурсов много, у меня уже всего много. Так, сильная, большая, здоровая армия. Смотрите, она уже скоро будет замок громить. Все, ребята, мы уже громим замок, смотрите. Моя армия просто уже перешла к замку, и мы скоро его уже... разгромим этого бота, отлично, отлично, все действует по плану, и видите, у меня армия растет, а у него вообще, видимо, закончились там и деньги, уже все закончилось. В итоге, смотрите, что происходит, в итоге я уже замок-то его скоро солью и в итоге выиграю. Это хорошо, это очень хорошо, давайте побольше снайперов уже поставим, тогда уже завершение идет, завершение. Смотрите, выращиваем большую армию, у меня этих ресурсов очень много, сейчас еще прокачаем ресурсы. Офигеть, смотрите, что происходит, просто жесть какая-то. Офигеть, такая здоровая армия у меня, уже очень-очень большая армия. Давайте еще больше снайперов. Офигеть, вы только посмотрите, какую армию я сделал, жесть. Как так? Почему я не смог еще замок его уничтожить с такой большой армией? Я не знаю. Офигеть, ребята, жесть, какая большая армия. Ничего себе. Все, ребята, ему точно пришла хана. Все. Все, чуть-чуть совсем. Все, победа, ребята. Ура! И давайте зайдем уже против сильных игроков, потому что я уже освоился, я уже прошел обучение с ботом, и теперь можно напасть на кого-то сильного. И зашли, смотрите, против меня играет какой-то гость, я теперь справа нахожусь, и давайте побыстрее нападать. Я думаю, нужно сразу нападать, потому что здесь нужна какая-то атакующая тактика сразу. Так, давайте, делаем лучников, я думаю, делаем сразу инженеров побольше, поставим. Так. Блин, смотрите, он тоже уже нападает, он уже каких-то этих поставил волшебников. Видимо, у него, видите, у него доска другая, поэтому у него есть какие-то волшебники там. Жалко, конечно, я бы мог тоже настроить эту доску, но я, к сожалению, не настроил, не успел еще. Я еще только привыкаю к этой игре, так что, так, лучник, иди сюда. Так, нужно побыстрее, давайте еще одного инженера сделаем, вот сюда поставим. Вот, отлично.
Так, и смотрите, у нас появился новый уровень, и давайте прокачаем ресурсы побыстрее. Желательно нам побольше ресурсов. О, ничего себе, ребят, он просто взял и сдался. Он просто взял и сдался. Ничего себе, я победил. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, давайте лучше переделаем доску. Давайте, может быть, кого-то другого поставим. Мне что-то не нравится. Давайте реально поставим вместо инженеров каких-нибудь... вот, например, магов. Например, магов или ведьм. Так, у кого лучше урон? По-моему, у магов больше урон. Поэтому давайте будем ставить лучше магов. И вместо инженеров... Хотя, смотрите, у инженеров так нормально так урон идет. Я думаю, что мы... Это снайперы, подождите. Один инженеры. Инженеры. У инженеров не такой большой урон. Так что давайте лучше магов тогда поставим. И что-нибудь еще, кого-нибудь. Какие тут еще есть здания? Смотрите, есть воры, да, например. Есть воры, воровская гильдия. У кого здесь самая большая атака? Мне нужно выбрать самых сильных юнитов сейчас. Так, 3, 4... 3, damage 2, damage 3. У снайперов больше всего, да, урона? Получается, да, у снайперов. А снайперы у меня есть тут? Снайперы. Снайперов у меня нету тут. Так что давайте лучше снайперов поставим. А вот снайперы, я нашел, ребят, снайперов. Давайте мы лучше их будем делать. У них все-таки больше всего урона, так что лучше все-таки снайперов ставить нам. Вот, и еще, может быть, королей, может быть, убрать. Что-то мне короли не совсем нравится. Вот, например, вот таких вот фермеров можно поставить. На всякий случай, вдруг у меня все закончится, деньги закончатся, а фермеры останутся, это будет хорошо. Так что давайте приступим к игре. Мы в прошлый раз победили, видите, у нас тут засчиталась одна победа. Давайте попробуем еще раз сыграть. И начали, ребята. Давайте сразу тогда будем ставить фермеров. Почему бы и нет, почему бы сразу не фермеров поставить? Хотя можно и лучников. Давайте вначале лучше здание сделаем, вот эти вот. Одно сюда поставим и одно сюда. А, это не наша территория. Я пытался поставить не на свою территорию этих лучников. И дальше можем уже делать снайперов. Давайте побольше снайперов тогда поставим сюда, вот сюда, сюда. Кстати, у нас где эта гильдия снайперов? Вот она. Ну, тоже неплохо. Можно еще фермеров сейчас поделать. Побольше сюда, сюда поставить фермеров этих. Они, в принципе, недорогие фермеры, так что я думаю, что это будет неплохо. Вот, и давайте дальше делать, не знаю пока что кого. Сейчас посмотрим, как фермеры будут справляться. Кстати, фермеры ничего такие фермеры. Давайте ресурсы возьмем сразу же. А, все, ребята, оказывается, чувачок-то у нас сдался сразу же меня испугался, видите, только взял фермеров, и все. Так что, ребят, у меня в итоге вышло 2 победы, вот, или сколько, даже 3 победы, по-моему. 3 победы у меня вышло. Я одного бота убил, потом игрока, еще одного игрока. Так что, вот такая вот прикольненькая игрушка. Пока что здесь не так много народу, так что, может быть, я потом еще поиграю, если здесь будут обновления и так далее. Это стратегия, так что, может быть, кому-то не понравится, может быть, кому-то понравится. Но я еще ни разу не видел его игру в таком стиле, так что она очень прикольная. А на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.